Вопрос о продолжительности жизни, то, что всегда волновало. У каждого организма продолжительность своя. Бабочка может некоторая жить, не все, кстати, бабочки, но некоторые живут один день. И более того, после того, как бабочка отложила яйца, то есть дала потомство, она погибает. Некоторые бабочки живут дольше. Некоторые животные живут очень долго, некоторые совсем недолго. Поэтому что считать длительностью жизни человека большой, что считать малой? В средние века старость – это уже 30 лет считалось, 50 – это глубокий старец. Про женщину вообще речь. Помните, бедная Настя в произведении, цитата, ее старуха, и ее мать, разбитая старуха, 40 лет. Поэтому что считать длительным периодом жизни? Ну, наверное, сейчас длительным считается уже 80 лет. Это длительный период жизни. Надо его продлевать или не надо до такой степени? Я не берусь судить. Как врач, конечно, я всегда за то, чтобы продлить жизнь полноценную, чтобы творческую жизнь. Зачастую задаешься вопросом, а зачем вот человек там пошел на пенсию, ест, пьет и живет, смысл? Наверное, опять же таки, мы возвращаемся к тому, что наш организм теряет смысл для природы после того, как он теряет способность к деторождению. Как это будет не печально для многих услышать? Как только мы перестали иметь способность к деторождению, для мира, для физиологии мы бессмысленны. Наше нахождение носит временный и случайный характер на этой земле. Но когда говоришь о таких малоприятных и тяжелых вопросах, о них легче говорить вообще. Когда ты говоришь о конкретных людях, о близких, конечно, вступают совсем другие критерии, и хочется сохранить жизнь человека как можно дольше, и сохранить полноценно, так чтобы человек мог сохраниться как индивидуум, сохраниться психически, и чтобы физически он жил, не страдая, чтобы он мог совершать, ну, практически все то, что совершает, наверное, молодой человек, не ограниченный болезнями или годами. Но понятно, что медицина, она все время вынуждена штурмовать гору, вот эту гору бессмертия, которую штурмующие знают, что никогда не смогут на нее подняться на пике и достичь этого бессмертия, но все равно стремиться к этому необходимо, и продлевать жизнь человека, и активную жизнь человека продлевать, и может и детородную.